Летучая. Л. Е. У. Ч. Е. Е. А. Я. Молодец. Правильный ответ. Летучая рыба. По названию этой рыбки можно сразу догадаться, что она умеет летать. Крыльев у рыбы нет, зато у нее большие грудные плавники. Безобидная рыбка научилась спасаться от своих врагов, выпрыгивая из воды. Летучая рыба расправляет плавники и пролетает над морем до 400 метров. Нередко они залетают на палубы кораблей. Обратно в море они уже не могут самостоятельно вернуться, поэтому ждут помощи от моряков. Живут эти удивительные рыбки только в теплых морях. Акула. А. У. Л. А. Молодец! Правильный ответ. Акула. Перед нами самая большая рыба. Это гигантская акула. Длина ее тела достигает 20 метров. Живет она на большой глубине и редко всплывает на поверхность. У акулы огромная зубастая пасть, в которой запросто может поместиться человек. Но мы можем не бояться, аппетит у нее плохой. Трудно поверить, но эта громадина питается мелкими рачками и моллюсками. Плавает медленно и уверенно. Бояться ей некого. Щука. Щ.
У. К. А. Молодец! Правильный ответ. Щука живет в пресных водоемах. Проворная и хитрая хищница, щука очень прожорливая. Охотится не только на рыб, но и на мелкую птицу. Прячется в водорослях и неожиданно нападает на жертву. Зубы щуки острые, и спастись от них очень трудно. Набивает свое брюхо до отказа и потом несколько дней переваривает. Щука не жалеет даже собственных малышей, что не дает ей активно размножаться.